Тёплый. Я не колеблюсь. А, охранники здесь есть. Но обращаю ваше внимание, здесь очень много народу. Новые силы, а народ обрести новые источники. Давайте попробуем здесь спуститься. Или, подождите, или это есть? Ух ты, мужики. Да куда они делись? За время моего царства... А, подождите, вот это и есть, наверное. Так, чтобы найти цель, объект торговой цели вокруг вас. Это навык есть... какое-то время восстанавливается, так понимаю. А, ну вот смотрите. Значит... Из-за несправедливого распределения. Смотрим. Так. Людишки, людишки. Ну, слушайте, давайте-ка мы... И в результате совершенно исказили общественное мнение. Пройдем сюда поближе. И теперь исправить положение можно лишь совместно. Чему должны помочь ваша умеренность и мудрость. Снова они. Наверное, шли за мной от поместья. Именно с уверенностью. Да ладно. Мультидела какого-то там. Цель найдена. Ну, круто. Нам сюда, я так понимаю, да? Чувакам уже, походу, не терпится свалить. Ну, я тут, может быть, неправильно что-то прочитал, но они вроде писали. Сказали, долго он еще болтать будет, а. Так, кто же придет на его место? Еще король? Совет способных людей? В этом весь вопрос, верно? Итак, мир. И о чем это они? Тихо! А нельзя ли как-нибудь обойтись без насилия? Врежь ему, Гюго! Ну, видимо, нет. Жми! Жми, пож... Полегче, приятель! Подожди, а... Почему я не могу его мочить? Который на колени стоит. Типа он в ауте. Теперь твой старик тебя не спасет. Давай, жми, 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 пожалуйста, жми. Воришки подожгу. Да почему, почему, почему? Во-во-во-во. Давай. Готовься к трём. Не везет тебе сегодня, да, Виктор? Удачи, господа. Эй, ты, стой! Ты что делаешь? Бегу! Стража в синем. Это полиция. Если вы атакуете или бьете кого-то в их поле зрения, они вас атакуют. Он убегает! Но я, блях-мух, никого не мочил в их поле зрения. Я только в поле зрения тех стражников, которые были невинны. Может, у них там рация какая-то, если они сообщили. Позвонили. Ладно. Вот синие точки на карте, это, походу, тоже стражники. Баба. Сейчас меня вилами проткнет этот чувак, смотрите. Что он делает? Так, туда не пробраться. Пожалуй, придется ждать их дома. Чё, прошел что ли? Воспоминание завершено. Продолжить. Завершили воспоминания. Ой, бляха-муха, что-то я быстро слишком продолжил. Ну ладно. Удерживайте Shift, чтобы использовать спринт и автоматически прыгнуть. Удерживайте, чтобы прыгнуть выше и дальше. Стрелочка плюс Shift. Удерживайте Shift плюс... Ой, или стрелочка, что это? Плюс Е, чтобы совершить контролируемый спуск. Блин, я сразу все не запомню. Я буду наобум жить. Ладно, сейчас стражник пройдет, хотя я думаю, он не представляет нам опасности. Ну ладно, переждать лучше всего.
Круто. А куда нам нужно идти в данный момент? Давайте обратимся к карте, посмотрим. Эх. Это что такое? Давайте посмотрим. Так, это что такое-то? Сундуки Нома. Тут как раз-таки о чем нам говорили. Это что такое? Кукадор, открыть датчик прогресса. Так. А это что такое? Как Кукадора В. Все коллекции Кука... Фу, Кукадора, что я говорю? Какие-то кокарды или хрен знает, что это такое. Так, ладно. Это у нас... слушайте-ка. Ну-ка, если вот так сделаем... соберите. У нас что-то открылось. Так, где наша... Где мы сейчас? Так, мы у нас... СССР. Мы. Ну вот здесь мы, да? Ладно, посмотрим, это у нас что такое. Локал. Друзья, как поставить... вот я знаю, кажется. Ну-ка, если... Давайте вот так. Установим это... Стоп! Не туда нажал, пардончик. Куда мы пойдем сейчас? Сейчас мы, наверное... Вот это что такое? Быстрое перемещение. Ну, давайте, почему нет? Буковка F. Да, почему нет? Почему же нет? Круто, круто. Так, а у нас там... получаете дополнительный контент в игре, это нам не надо. Так. Ну что? Что у нас? Что это такое? Вот это точка обзора. Так. Что меня еще интересует? Магазин. А вот там что-то у нас сундук, но мы слышали. Ну, точнее, мы это видели. Так, а вот эти вот... Датчик. Прогресса. Прогресса. Ну-ка, это что такое? Тоже сундучок. Ну, хорошо, хорошо, очень забавно. Очень интересно, ладно. Надо, пожалуй, как-нибудь спуститься быстрее. Круто. Давай спускайся. Бабах. Отлично. Привет. Здесь можно перебраться, я думаю, нет. Отлично. Круто. Очень круто, что можно перебраться. Сейчас мы, наверное, отправимся к восклицательному знаку этому. Так, что там было написано, я не понял. Высшее общество. Элиза утром уезжает в Париж. Проникните на бал. Пали до Версаль, чтобы провести с ней вечер. Вы понимаете, о чем я? Так, а что такое F1? Ой, что я нажал? F3. А, все, ну тут элементарно. Отлично, сложность. Ну, давайте, что тут было, да не помню, все что ли. Ладно, нам нужно выполнить какие-то там задания, чтобы в... открывать сундучки. Сейчас еще раз прочитаем, я не очень на память, у меня хороший. Так...
Сундук, вот он. Сундук. Так, давайте еще раз подойдем поближе, я не очень въезжаю. Так, а вопрос, подождите, я не очень тоже на карте ориентируюсь. Наверное, нам стоит... Да-да-да, вон туда. Отлично, сейчас мы здесь пробежимся немножечко. Совсем капельку и... Ой, а там стражники. Они мне ничего не сделают, ну давайте-ка. Читаем, сейчас нам даже ничего написать будет, солнышко, по-моему, выглянуло. Выполнить задание Номату в приложении